Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, и мы продолжаем проходить Love in the Sky the Third. Как в более прошлой серии мы разобрались с дверью Цина, ну а сегодня нас ждет дверь Клоэ, благо что мы стоим прямо возле нее, ну и поехали, посмотрим, что нас ждет. Нанджи, джинпак но кагаяки о химеши мусуме, га мото ни хики цурею, сасуреба тобира о хиракан. Придите ко мне, любимицу ярко, чисто белого сияния и подтверждение ее научной работы. И только тогда дверь откроется. Прости, Максим, это у меня слетела плашка, сорян. Все нормально. Общественное прошлое, опыт лунных дверей. Здесь вполне может быть сражение. Я надеюсь, что его не будет. Впрочем, кто его знает? Я дарую тебе фрагмент воспоминания и мое благословение. Окей, по крайней мере, у нас нет сражения пока что. Уже хорошо, наверное. Пришла весна. Так. Но для этого потребовалось куда больше времени, чем в другой, чем в любой другой год. Из экзаменов каких-нибудь, наверное. Так, Английская Академия Дженнис. Ну окей, это было ожидаемо. Не стоило мне шуршать, простите. Так вот, один за другим цветы магнолии начали показывать их лица миру, так как будто бы закончился их долгий сон. Со сменой сезонов совершенно новый студент, печально известный, или неизвестный, Ракалеска Академии Дженнис, вступил на ее земли несколько позже, чем ее коллеги. Студент по обмену. Что ж, вот и я. Локи, вдох. Ладно, я могу сделать это. Опа. Значит, это наш известный студент по обмену, да? Така? Ястреб? Я. Хаябусака. Больше похоже на кречета. Анотоки, мо даренимо тайоранай то чикатта. Я поклялась себе, что перестану полагаться на других людей. Мне было достаточно запретов, как мне жить, ограничений в том, как мне жить. И мне, мне было достаточно следования по рельсам, проложенных для меня другими людьми. Я хотела... почувствовать землю с обеими ногами и начать жить собственную жизнь самостоятельно. Таково было мое намерение, и я собиралась притворить его в жизнь. Но где-то в глубине души я уже понимала, что это намерение мое было не более чем оправданием. Первый год обучения, класс социальных наук. Хай-хай, минна! Коцу чумоку! Тише-тише, у меня есть кое-кто, кого мне нужно вам представить. Кочира ва хэннюсэй но Крозе Ринцсан дес. Это наш новый студент по обмену, Клоэ Ринц. Косу ва...
社会科ね? うん、私の気持ちだわ。 Она собирается изучать... Ну да, социальные науки, очевидно. Так что ты будешь со мной, да? じゃあ、クローゼさん, ご挨拶してください。 Ну-ка, почему бы тебе не представиться классу? はい. Конечно. 1年に編入となったクローゼリンツです。 Меня зовут Клоу Ринц, и начиная с сегодняшнего дня я буду студентом первого года обучения в этой академии. この素晴らしい学園での生活を長い間楽しみにしておりました. Я с нетерпением ждала начала моей жизни в этой прекрасной академии какое-то довольно долгое время, поэтому я поистине счастлива быть здесь. 今日皆さんの一員となれてとても光栄に思います. Это мне большая честь. Быть в вашем числе. Во многом я все еще неопытное дитя, поэтому я боюсь, что я могу причинять вам некоторые трудности в грядущих днях и неделях. Но я намерена усердно работать, так, насколько это возможно, чтобы улучшить себя, мой класс, мою школу. Поэтому я надеюсь, что мы сможем поладить. Определенно не ожидала студента по обмену в это время года. Интересно, она из богатой семьи или что-то такое? Звучит похоже на то, по крайней мере. Очевидно, у нее есть какие-то особые обстоятельства, раз она поступает в мае. А, 質問いいですか? Прошу прощения, а могу я задать вопрос? Клоузе-сан, 出身は? Либерлの人? Где ты живешь? Ты из Либерла, да? Хай, Грансел. Дихон-на-сушин-дес. Да, я из Грансела. Го-шюми-надо-ва-о-мочи-дес-ка? У тебя есть какие-то увлечения? Току-ни-аримасен. Не особенно. Понтодеска? Что? Серьезно? Сманной, но. Ну, это так неинтересно. Демо, я пари. Только не сюми, только. Ну, как бы я об этом не думал, на ум еще не приходит. Сите еба. Укаси цукури де шоука. Ну, возможно, я могу сказать, что мне нравится делать сладости. Демо, хито не еру ходу на моно жанай си. Но мне не кажется, что я делаю достаточно часто, чтобы это можно было считать хобби. Ну, Клоя, я тоже много чего делаю не часто, но тем не менее это мое хобби. Да, и про стримы. Ха. Хэньюшкенте,すごく難しいんだろ? Люблю самоиронию. Ладно, простите. Не будем заняться самолюбованием. Разве экзамен для студентов обмена не должен быть невероятно сложным? よく受かったよな. Наверное, ты очень умная, раз смогла пройти его. あの入試より難しいのか? Еще сложнее, чем то, что проходили мы? Ахине! Не может быть. Он-то уже сам по себе был чертовски сложный. Юшюнандана. Это должно быть довольно умное. Хай-хай, Минна. Так, дети, достаточно. 質問は授業が終わってからにして. Я уверен, что у вас у всех есть вещи, которые хотели бы спросить у нашей новой ученицы, но не могут подождать до перемены. Клоузе-сан,適当な席に座ってね. Присаживайся, Клоя. Хай. Да, мэм. じゃあ、授業を始めるわよ. Ну хорошо, а теперь время начать наше занятие. 教科書の23ページを開いて. Откройте ваши учебники на странице 23. Назоно-хэн-нью-сэ. Таинственный студент по обмену. Нанда-ка-ки-ни-нару-а-не. Вот теперь у меня определенно пробудился интерес. Две недели прошли в академии. Несмотря на течение времени, интересы студентов, студенты к студенту, интерес учеников к студентке по обмену не угасали. И вскоре о ней говорила уже вся академия. Все хотели говорить о ней, о том, как умна она была, как необычайно вежлива она была, помимо всего прочего.
ее коллеги думали... Сейчас. Ее коллеги думали, что она формально с этим обращалась из-за волнения, и что со временем она слегка смягчится в этом отношении. Но реальность была несколько иной. Я рад, что это закончилось. Антон? Тот самый Антон? Я рад, что за классе за дети сегодня закончились. Моника! Пойдем, Моника, время практики. Хай! Иду. Арара. Минна моу кайтчатта но? О, нет, все же по домам разбежались. Коно принто кубароу то омоттета но ни. Я эти распечатки не раздала. А? Ну, это миссис Фиола. Сенсей, окумари нано де шоу ка? Похоже, что ей нужна какая-то помощь. Может быть, я могу помочь? Йоси. Нужно воспользоваться моментом. Ано, Виола сенсей, нанико окумари де шоу ка? Мисс Виола, могу чем-то вам помочь? Аташи де йокереба, отецдай шимасу кередо. Похоже, что чем-то беспокоена. Демо... Ну, немного, но я чувствую себя неловко просить тебя помочь мне. Соне. Джа, танонджоу кашира. Ладно, раз уж настаиваешь. Хай. Ну, конечно. Миссис Виола передала пачку распечаток Клое. Варуй кедо, коно принто сакайка но минна ни кубатте ойте хоши но. Можешь, пожалуйста, пойти раздать это всем ученикам соцкласса? По одному на каждого. Кекко тайсетсуна принто дакара. Кубари васурега най йони онегай не. Они довольно важные, так что постарайся, чтобы каждому досталось. Хай, вакаримашта. Приступаю к работе прямо сейчас. Исугамай то. Спасибо тебе большое, тогда я побегу. Шокуин кайи га хачиматчяу. А то у нас там собрание учителей начинается. Ну, посмотрим. Коно принто те... Сакайка коус но нэнкан тайхё. О, это же список зачетов этого года. Коре ва кичинто кубаранай то. Неудивительно, что хотел их раздать прямо сейчас. Ториайзу, мада кёшицу ни нокоттейру хитотачи ни кубатте. Возможно, стоит начать со студентов, которые все еще здесь? Ато ва клабу кацудо ни мукатта хито то... Лёу ни кайтте шиматта хито дес не. После этого можно поговорить с теми, кто пошли по разнообразным кружкам, а затем к тем, кто вернулись в общежитие. Йоси! Ладно, приступаем к работе. Что, серьезно, мне нужно будет бегать? О, понятно. Ну ладно, наверное. Давайте сохранимся на всякий случай. Соредева, кёвакокунива соно йона моно га. Серьезно? Я и понятия не имела. Э, нани широ, кокудо га кодай дес кара не. Ну, республика довольно огромная с точки зрения площади и прочего. Соре ни авасета коуцу шудан га. Пешком там не обойдешь, нужно более эффективные средства перемещения. Прошу прощения. Я, Клоузе сан. А, Клоэ, привет. Доука шимашита ка? Чем можем тебе помочь? Ай, Ну, понимаете... Виола сенсей кара принто азукатте имаште. Миссис Виола поручила мне задание выдать распечатки всем студентам нашего класса. Клоя дала Рою и Телму и Телме копию каждого... по одной копии распечаток. Ма, шакайка коусу но тайнхё дес не. Нет, это же лист всех наших зачетов. Госинсетни, аригато гозаймас, Клоузе-сан. Спасибо, что потрудила заставить их до нас, Клоя. И тондема аримасе. Да не за что. Кочира косо, о ханаши но ожама о сите, мошиваки аримасен дешта. Простите, что замешался разговор. Аташи ва коре де сцурен сасете итадакимас. За сим удаляюсь. Хорошего вам дня. О, хай. А, ну, конечно. Клоузе-сан те, лэйги тадаши ката нано дес не. Ну, действительно вежливо, да? Э,
そうですね。Полагаю, что так. あそこまで丁寧に言われると少し緊張してしまいますよ。Возможно, даже слишком вежливо, если ты меня спросишь. Ну, с ней как-то даже неловко разговаривать. Да, ну попасть мы сюда все еще можем, ладно. Не то чтобы это было нужно, но тем не менее. Я прошу прощения, вы ведь не студент социального класса, да? Простите, но нет, я, естественно, научник. Упс. Понятно, простите, что беспокоило. Ну, вряд ли они здесь будут, кто-то из наших, да? Хотя кто знает. По моему опыту, наблюдение Лео всегда стоит того, чтобы держать за ним, чтобы держать ухо востро. Ну-ка поверить, что он смог разобраться со свойствами этого материала, имея так мало данных. Но похоже, что именно это он и сделал. При этом он не полагался на волю случая. Его свидетельство из его принципов. Сейчас. И что, в принципе, достаточно, можно сказать, что все он сделал верно. Я так восхищаюсь им. Ладно, сюда можно было не идти, в принципе. Так, здесь, скорее всего, закрыто. Здесь, наверное, у нас... Оу! Ну да, здесь офис декана, нам сюда явно не нужно. Здесь, наверное, наших никого нет. Можно не смотреть. Так, клуб. Клуб у нас находится здесь, если не ошибаюсь. Ну да. Ну, даме, нингенме, итай, доко ни какрете но ё? Эй, Диос, помоги же нам, где этот чертов лузер? Коре даке сагаштемо мицкаранай нанте на. Я думал, что мы найдем его сейчас уже. Люси, сэмпай, оре мо генкай ссё. Люси, я не уверен, что могу выдержать еще больше. Ой, соко, дарерун жанай! Так, а ну кончай ныть. Ханс, анта джицуа саботте тан жанай дешо не? Готовы поклясться, что ты втайне отлынивал от своей работы, пока искал, пока мы все искали, да? Я, мажде, синкенни сагаштатте. Вовсе нет. Мокуеки жохо ва ямаходо ару но ни, доуште мицкаранай да? Я просто боять могу. Мы натыкаемся на свидетелей, которые натыкались на него, но мы на него не натыкаемся. Почему этого не происходит? Почему? Яппари, кёджу ни хокаксуру но ва музкасисо не. Я сам бы хотел дознать Шойди, пока я не в теме, пытаюсь понять. Я не думаю, что наши шансы поймать его сегодня особо высоки, Лео. Лео-кун, доу шимашо? Что же нам делать? Шиката га най. Полагаю, что мы оставим все, что можем сделать до завтра. Сэйто кай но шиготу ва оре то Люси де сусумете оку. Мы двое можем справиться с большей частью работы с тут советом. Дага сайшу кетцин ни ва яцу га хицио да. Однако нам в конце концов потребуется его одобрение, так что вы двое продолжайте его искать. Найдите его так быстро, как только сможете. Да, конечно. Увидимся с вами позже. Ты милая девушка. Привет, Шойди. Наверное. А Ханс явно в нее это самое, да, вы поняли. Да. Соусак сайкай то икимаска. Ну что, благодарю, лучше вернуться к работе. Кига умой на. Не с этого требует наш долг. О, Крозе! Клоя? Да что оно? Сонна не принту нанка мотте. Какими судьбами ты сюда с распечатками пришла? Оу. Это, корева... Ну, как бы вам сказать? Скоси... Виола先生のお手伝いをさせていただいていて. Я просто помогаю миссис Виоле с некоторой частью ее работы, вот и все. それで放課後に配って回ってるのか? Колпака нет, я его не ношу, прости. Просто прохаживаясь после уроков, раздавая распечатки? Мореなら断っちまうけどな. Ты, однако, барбарцовая ученица. Впрочем, не то, чтобы я бы и отказалась, если был на ее месте. Оно... Это... Крозе... Ну так как? Нандаттара, аташтачиму тецдаокка. Может нам помочь тебе? Точно, Чойди, точно. Чёдо коре кара ачикочи маару ёжи га ару ши.
Мы двое все равно будем носиться по школе, как горелые, с некоторыми другими поручениями, так что от нас не убудет. И? Курева ваташино шиготу дескара. О, я не хочу вас беспокоить. Все-таки это мне поручили это задание, поэтому мой долг проследить за тем, чтобы все это прошло без очка, без одоринки. Джири-сан, Ханс-кун, соледева сцелешимас. Теперь прошу меня извинить, мне нужно вернуться к работе. Удачи вам в ваших делах. Так, хорошо. Знаешь, кто ее соседка? Я. Серьезно? Хеннюсе Крозе Ринц. Чогацку тенсай датте юмэй да яна. Из того, что я слышал о ней, она, скорее всего, действительно гений. Ии жанай ка. Майничи бенкио осиете мурайрузо. Звучит как очень удобное соседство, если ты вдруг когда-нибудь будешь испытывать трудности с домашкой. Ну, может быть, конечно, ты прав, но, типа, я не знаю... Она очень приятная и вежливая, но, понимаешь, типа... Такое ощущение, что он не хочет ни с кем сближаться. Ма, чё-то ката-хиджи хаттерю-кан ва арю на... Да, я понимаю, о чем ты. Но если вы с ней комнату разделяете, вы же не можете быть совершенно, ну, полностью незнакомыми друг с другом. Вы же ведь разговариваете иногда? Я. Не совсем. Привет и доброй ночи обычно большее, что мы делаем, если честно. Хотел бы поговорить с ней нормально. Типичная Клоя. Да. Ничего неожиданного. Однако о том, как дальше пройдут наши поручения по раздаче материалов, мы узнаем в следующей серии, дорогие зрители. Пока что мы прощаться. Большое спасибо за ваше внимание, уважаемые зрители. Удачи вам всем. И до новых встреч в новых сериях Trunks in the Sky, the Third. Увидимся.